$1 триллион 60 миллиардов долларов. Именно такой отметки достигла Apple во время торгов в четверг. До этого капитализация ни одной компании в мире не равнялась сумме с 12 нулями. Цена одной акции в ходе сессии достигала $207.05. Такого результата компании из Купертино удалось добиться благодаря позитивному квартальному отчету. По нему выручка Apple за вторые три месяца 2018 года выросла на 17% и достигла $53.3 миллиардов. Это значительно лучше прогнозов. В итоге со вторника детище Стива Джобса подорожало на 8%. Но $1 триллион, насколько это много? Для сравнения, это больше, чем суммарная капитализация ExxonMobil, Procter & Gamble и AT&T. А на Apple теперь приходится 4% всего рейтинга S&P 500.